Центральная избирательная комиссия Чувашии начала принимать документы на регистрацию от кандидатов на должность главы Чувашии. Первыми пришли самовыдвиженец в Рио главы республики Олег Николаев и кандидат от регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Матвеев. По закону о выборах кандидаты, изъявившие желание баллотироваться на пост главы Чувашии, должны представить в ЦИК республики подписи в свою поддержку от депутатов органов местного самоуправления. Для того, чтобы создать выдвиженцам равные условия при прохождении муниципального фильтра, Совет муниципальных образований по предложению в Рио главы Чувашии Олега Николаева составил график встреч и взял на себя их организацию. Благодаря предоставленным площадкам в нашей республике мы объездили 25 площадок, где мы общались с депутатами и рассказывали, делились проблемами, то есть определенных кругов, и заручились поддержкой депутатов. На мой взгляд, это очень интересный положительный опыт. По информации, которая доходит к нам из других регионов, очень здорово к нему отнеслись и пытаются перенять этот опыт Чувашии. Как самовыдвиженец, Олег Николаев должен представить и 4500 подписей от жителей Чувашии. В итоге их набралось в 2 с лишним раза больше. Причем люди до сих пор обращаются в народные штабы кандидата и на портал госуслуг. Помимо подписных листов, кандидатам необходимо представить в ЦИК комплект других документов, в том числе и список из 3 кандидатур представителей Чувашии в Совет Федерации. Вот в течение 10 дней наши рабочие группы эти все документы будут проверять, направлять соответствующие запросы в компетентные органы, и после проверки Центральная избирательная комиссия Чувашской республики должна принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации того или иного кандидата. Я думаю, что мы уложимся в установленные законом сроки, и в течение 10 дней до 3 августа все необходимые решения будут приняты. С момента регистрации все выдвиженцы становятся кандидатами. Для них начинается агитационная кампания. И Олег Николаев, и Сергей Матвеев намерены участвовать в дебатах, которые пройдут в эфирах местных СМИ. В дебатах обязательно нужно участвовать. Это как бы даже нужная процедура. То есть даже исполняющий обязанности готов участвовать. Так мы, кандидаты, с удовольствием примем участие в дебатах и покажем себя во всей красе. Убежден, что вот такая положительная практика общения с избирателями у нас продолжится. И мы сумеем пройти всю избирательную кампанию в такой достаточно конкурентной, в такой конструктивной дискуссии, с тем, чтобы все могли представить свои программы видения развития республики. Со своей стороны, предполагаю и планирую уже в ближайшее время представить свою программу развития Чувашской республики, которая прежде всего основывается на предложениях жителей Чувашии. То есть я рассчитываю сделать 26 вот таких вот муниципальных разрезов по количеству муниципальных образований программы, с тем, чтобы учесть предложения каждого муниципального образования. Напомним, выдвиженцы должны сдать документы на регистрацию до 18 часов 24 июля. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, республика.